Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня готовим быстрое песочное печенье на смальце, шоколадное и ванильное. Не забывайте, что рецепт на канале «Готовим с любовью» и видео на семейном канале «Дружная семья» выходят ежедневно. Не пропустите! Давайте готовить вместе! Для теста нам нужны будут следующие продукты. Одно яйцо, 150 граммов растопленного смальца, его можно заменить маслом, пол пакетика ванилина весом 1 грамм, 150 граммов сахара, щепотка соли, пол чайной ложки разрыхлителя и 1 столовая ложка какао. Готовится это печенье проще простого. А какое оно вкусное! Значит, к растопленному смальцу мы добавляем ванилин и добавляем сахар. Массу перемешиваем. Теперь взбиваем. Добавляем 1 яйцо. Щепоточку соли. И взбиваем пару минут. От общего количества муки мы забираем 1 столовую ложку. И теперь к общей муке мы добавляем разрыхлитель. Перемешиваем и высыпаем полностью всю муку в тесто. Вымешиваем его ложкой. Затем я вымешиваю тесто вручную, руками. Тесто очень послушное, совсем не прилипает к рукам. Смотрите, руки чистые. Затем нам нужно разделить получившееся тесто на 2 части. Вот так приблизительно разделили. Теперь в 1 часть мы добавляем какао, в другую часть остаток муки. И вымешиваем. Сначала тесто, вот так видите, распадается, но потом теплотой рук вы нагреваете его, и оно у вас соберется в один ком. Только для начала нужно хорошо вмешать какао в тесто, чтобы равномерно распределилось оно. Для замеса печенья вам понадобится 260 граммов муки. А теперь смотрите, берем сначала белое тесто и делаем вот такие небольшие шарики. Потом же такие же шарики делаем из шоколадного теста. Это самое быстрое печенье и самое вкусное. А также я покажу, как вам обычное круглое печенье сделать красивым и рельефным. Сейчас все сами увидите. Можно делать печенье покрупнее, а можно делать печенье поменьше. Я буду и маленькое, и большое делать для разнообразия. Также из шоколадного теста крутим шарики и слегка приплюскиваем их руками. Очень быстро готовится это печенье, особенно когда нужно приготовить много и быстро. Этот рецепт меня выручает. Детям нравится шоколадное печенье, а на смальце оно рассыпается. Такое нежное, а главное, все приготовлено с домашних натуральных продуктов. Никаких растительных жиров здесь нету. Тем более пальмового масла, всяких добавок, ненужных нашему организму. Теперь смотрите, так как мои дети любят какао, шоколадную выпечку, смотрите, я беру
Венчик вмакаю в какао и вдавливаю в печенье. Духовочка уже включила разогреваться. Духовка должна быть горячей. И вот так снимаю. Видите, какой красивый рисунок, а главное, внутри будет какао. Ванильное печенье с шоколадной ноткой. Можно подумать, что я так долго готовила это печенье, такое разнообразное. Оно готовится проще простого, совсем не сложно и быстро, главное. А теперь, я надеюсь, у всех есть такой молоточек. И смотрите, какой красивый рисунок мы делаем на печенье. Макать можно молоточек в сахарную пудру и вот так вдавливать. Для удобства сделаем вот так, потому что мне мешает противень, и я равномерно не могу надавить. Молоточек обсыпаем чуть-чуть сахарной пудрой и продолжаем. Вы видите, без всяких усилий мы сделаем такое красивое шоколадное печенье с рисуночком. Вот у меня леточки мелкие. А есть и покрупнее. Можно попробовать и покрупнее. Но думаю, с мелкими красивее. Да, с мелкими лучше. Ну, в общем, тут кому как. И так красиво, и так. С остатков теста получилось мраморное печенье. Очень удобно, когда все тесто помещается на один противень. Выпекаем один раз. Печенье ставим в разогретую духовку на 200 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Печенье в духовке выпекалось 15 минут. Смотрите, какое оно красивое, ароматное и 100% вкусное. Печенье получилось просто волшебным, красивым, песочным и очень вкусным. Печенье очень красивое. Сейчас разломаю его. Смотрите. Хрустящее сверху, мягкое внутри, сладкое и ароматное. Всем удачного приготовления и хорошего настроения на целый день. Выпекайте вместе со мной, выпекайте с любовью. Пилу, это как я люблю. Я знаю, что ты любишь шоколадное. Ну как печенье? Хорошее? Отлично. Кушай на здоровье. Песочное рассыпается, сладкое. Обожаю. Ой, ты моя умничка. Бери компотик и запивай компотиком. Компот с черной смородины варила. Ну а теперь дегустируют печенье мои мужчины. Так, Владик ванильное выбирает. И красивое, необычное такое. Печенье очень быстро готовится. Очень вкусно. Молодец, мама. Ох, спасибо, похвалил. Мне очень приятно, сынок. Песочное, вкусное, нежное. А ты знаешь, я его готовила на смальце. Чувствуется? Для меня это вообще экономное печенье, так как смалец мне передает мама Виталика. За это ей огромное спасибо. Выпекаем на смальце не только печенье, но и пироги, и булочки. Очень вкусно и натурально.
Подписывайтесь на наш семейный канал «Дружная семья». Ссылка под видео. И не забывайте, что видео на канале «Готовим с любовью» выходит ежедневно, каждое утро. Делитесь моими видео с друзьями. Для меня это лучшая благодарность. С вами была Ира. До новых встреч. Пока-пока.